Ежегодно после окончания вузов на свои первые рабочие места прибывают молодые специалисты. На этот раз речь идет о педагогах. Для того, чтобы начинающие учителя знали, что им оказывается внимание и поддержка на самом высоком уровне, в Казани ежегодно проходит церемония посвящения в профессию учитель. В открытии данного мероприятия приняли участие ректор Казанского федерального университета, председатель комитетов Государственного совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам профсоюза работников образования республики, а также заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Взяв приветственное слово, Рафис Бурганов познакомил присутствующих с подробностями национальной системы педагогического роста. Прежде всего, она станет более понятной. Это упорядочение не только учительского роста, но и упорядочение системы оценок и наших учеников, потому что, как вы знаете уже, все-таки базовый стандарт будет введен в ближайшее будущее, в будущем, и будет понятно, чему учить и что спрашивать. Создание успешной системы образования невозможно без обеспечения высокой квалификации школьного учителя и его мотивации к непрерывному профессиональному росту. Эти идеи важно заложить с первого дня работы учителя в школе. Все вышесказанное подтвердил в своем слове и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Самое главное, чтобы параметры оценки были правильно выстроены. Вот если говорить о международных рейтингах, то мы вторые в Российской Федерации после Московского госуниверситета по оценке качества выпускников нашего университета. Буквально позавчера, в субботу, мы получили информацию, что наш журнал включили в базу данных Scopus. Это педагогический журнал, называется «Образование и саморазвитие». Это тоже оценка международного сообщества. В завершении стоит отметить, что немногим позже молодым педагогам будут вручены именные сертификаты на получение ноутбука и обращение от президента Республики Татарстан. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.